день, уважаемые дамы и господа! Я рада приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания. Уважаемые Александр и Юлия, в вашей жизни настал поистине незабываемый день. Сердца наполнены волнением, счастьем и, конечно же, любовью. Жизнь становится особенно прекрасной, когда в ней появляется любовь. Именно она помогает раскрасить ее яркими красками, окружает нежностью и добротой, заставляет биться сердца влюбленных в унисон, перенося к свой собственный, ни с чем не сравнимый мир, полный чуткости и взаимопонимания. Истинное чувство не требует слов, но сегодня особенный день. Перед государственной регистрацией брака позвольте спросить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш тет невеста? Да. Ваше взаимное желание и согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Кольца, подаренные друг другу, следуя красивому обычаю, первому кольцу дали жених. Прошу вас. В Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы ваш брак зарегистрирован.